В Ненецком округе произошел очередной несчастный случай, связанный с выходом на неокрепший лед. По сообщению МЧС Панао, в минувшую субботу двое мужчин на снегоходе «Буран» провалились на реке Куя в районе поселка Красное. Один человек погиб, второму удалось самостоятельно выбраться на берег. Сотрудники МЧС еще раз призывают жителей округа быть предельно осторожными и не выходить на лед раньше времени. Главное управление МЧС России напоминает, что выход на лед в период ледостава категорически запрещен. Напомним, официальный переход по льду разрешен только в том случае, если его толщина составляет не менее 8 сантиметров. Для проезда снегохода толщина покрова должна быть больше 15, для легкового автомобиля не менее 30 и 50 сантиметров для грузового. И еще несколько важных сообщений от службы МЧС. Сегодня в районе Городецкого шара проводились работы по транспортировке кораблей и барж на зимнюю стоянку к берегу так называемой Кармановской Курии в районе базы Севержилкомсервиса. В результате на замерзшей реке образовался судовой ход. Участки открытой воды – это делает выход на лед еще более опасным. Также спасатели предупреждают, повышение температуры может повлечь сход снега с крыши и появление гололеда. Будьте осторожны.